Так, привет, Корячок, привет, Кор-Хардкор, привет, Доктор Рен. Так. Мне сказали, что должно открываться кегой. А, вот, вижу. Окей. Сейчас откроем. Сейчас оценим. Шмап до сих пор. Так, вот он. Сега, Сега, вот она, родная. Так. Master System Game Gear. Я их уже настроил. Во! Графониум. Вау! Галкейв. Демка тут есть-то хоть? Ребята, ядерный графониум. Так, окей, скажите сразу, кто видел эту игру. У нее есть концовка конкретная? Или она бесконечная? Или она... Блин, дестрой... Надеюсь, 8 крепостей это... 8 крепостей это не 8 кругов. Так, проверим, как быстро тут можно сдохнуть. Вот она, тактика. Готов поспорить, можно так и босса финального убить. Все, конец. Тут есть канты. Тут же канты есть. Две кнопки, и обе стреляют. Да блин, хватит ловить урон на первом же. Хватит ловить урон. Ловить пули. Еее. И чё мы получили? Увеличение лайфбара. А? Там враг был или что? Блин. Привет, Артветер, спасибо за битсы. Ура, мы подобрали однёрку, и, скорее всего, она ничего нам не дала. Блин, лететь далеко, ребята. Мне не нравится, что враги с 50% вероятностью пролетают мимо моего потока пуль. А еще мне не нравится, что когда пускаешься вниз, корабль маскируется, и его невозможно увидеть. И врагов тоже. Барьер бонус. No бонус. Привет, дотер со вкусом.
есть какие-то вещи в жизни, которые радуют твою душу? Нет. Нету таких. Давайте сдохнем, начнем заново. Всего через полгода или полтора выйдет гана, который миллиард раз круче. Да ну! Ты чё? Да кому нужен ганнак, когда есть такая крутотенечка? Ганнак твой никому не сдался. Вот где. Вот где True Gaming начинается. Стоп, я Continue выбрал. А нет, я ещё не сдох просто. Каждый день много денег. Так... Мне их не было никогда сломило немного денег. Чтобы проверить, буду радоваться или нет. Мы уже первое место набрали. Я думаю, это можно считать победой над игрой. Я не успел третью букву ввести. Вы что, охренели? Привет, мой Little Penguin. Короче, ребята, сразу говорю. Говорил это 100 раз, но скажу еще раз. Раз каждый раз это проблема. Блин, урон получил. На шмапах я не могу слишком много времени уделять чату, потому что это игра, в которой непрерывный экшен всегда. Так что не обижайтесь, если я вас не увижу, не прочитаю ваше сообщение или... О, ужас! Не дай бог, с вами не поздороваюсь. Хотя, блин, разумеется, сейчас то, что я это говорю тем, кто уже в чате есть и с кем я уже поздоровался. А через 5 минут придет кто-то другой и будет снова недоволен тем, что я с ним не поздоровался. Что я зловеще его игнорирую. Почему через Continue продолжил играть? Потому что... Надо постоянно на пол смотреть. На низ экрана. Да блин, долбанные мины! Да чего они противные? Я не могу так низко опуститься, что за фигня? Так, задолбали. Привет, пленумолог. Да, ЧСВ, с ума сойти. Да блин, их не видно! Их тупо не видно! И что это за мини-босс? Откуда он взялся? Его не было. Я его не видел. Чё так сложно? Главный челлендж то, что не видно нифига врагов, которые внизу экрана находятся. Да блин! Невозможно первые 30 секунд игры не получать урон. Это невозможно. Это просто невозможно. Ну, либо вы будете уничтожать все мины. После подбора поверапов нам кажется неуязвимость еще дают. Блин, нижний предмет не взял. Ёлки-палки.
Вот где сила. Хана всем. Ходи, падла. Через такую в тифик пролетишь. Вау! Йоу! Вот это клёво! На весь экран! Блин, в Ганнаке таких оружий нету, вы чё? Ганнак, отстой! Зачем мне опять старое оружие дали? Еще локация как-то непонятно А, это огонь! Тьфу-то, я думал, внизу шкала... прогресса по уровню, а это шкала прокачки. Я не понимаю, как она работает. Почему у меня шкала почти заполнена, при этом мне дали обычную диетическую пуколку обратно. Как это работает, я маленько не понимаю. Как это работает? Кто-нибудь объясните, кто знает. Перебрал? Чё, надо 21 собрать здесь? Вот в градусе такого явно не хватает. Вау! Слоумо пошло. Сейчас игру замедлим. Блин. Да ё-моё! Амно! Тут пауза вообще есть? Есть. Может, это типа, чтобы ты делал выбор остаться при пушке или сложным путем идти к супер-мега-имбе? Тут непонятно... Это просто непонятная схема. Я знаю, что циферки суммируются. Но я не понимаю, как вот на... Какой квадрат на этой шкале какому оружию соответствует. И это в этом логике нет. Че, их реально тут надо просто угадывать? Фигу ты не уничтожаешься. Мне уже никогда не дают новых пушек. Так, окей, можно в критических ситуациях рваться к поверам, потому что он дает неуязвимость временную. Наконец-то второй уровень дали. Это что, первая крепость типа была или что? Где мы вообще? Да блин! Да блин! Опять дали с дефолтную. Это работает! Внезапно? Окей, хотя бы последняя мощная. Только она стреляет редко. Против кучи мелких врагов она мне не поможет. Но против этого урода помогла.
хорошо летим. Все зачищает весь экран. Что это было? Шары какие-то. Еще на бумажку записывать, какое здесь оружие, что делать? О, нет. Так, в эти лучше не стрелять. Йо! Полегче. Вы что, офигели? О, градиус пошел. Мне тоже нравится разнообразие пушек, но я не понимаю, как... Где логика в их... Где логика в их иерархии пушечной? Занимательные ракеты. Она красненькая стала. Падла. А барьер высасывает. Низко опуститься нельзя. Причем буквально. Кораблик так низко не опускается. Будет хелл. Барьер, бонус, нашли. Ну клево, все враги по очереди, все враги в игре, которые были, по очереди теперь вылетают на экран. Ладно, самое опасное это мины. Да блин. Количество актов? Нет. Ничего не надо спойлерить. Мы даже не знаем, конечно, тут конты или нет. Так, три. Блин, меня смущает отсутствие... Важно. Заткнись. Никому не интересно, что тебя смущает.
в какой-то веке у нас снова появилось нормальное оружие. Спустя полчаса. О, все. Не меняем это оружие. Ни на что. Спойлер в чате уже был раньше. Так, не берем. Это самая имба. Зачем что-то менять? Этой пушкой даже можно уничтожать врагов, которые... Стоп, что это такое? Это барьеры или поверапы, блин? Это ящики с поверапами. Они разбиваются или нет? Один раз я взял... Получил за такой 5000 очков. Другой раз я сдох об него. Где логика в этом, блин? Ну что, РИП, моя любимая пушка. Я долго буду жить. Вау, шмап, который не нравится ЛХ. Это удивительно. Во, вторая крепость. Которая не умеет в меня стрелять. Тут есть тайм-лимит на боссе, окей. Разумеется, у меня дерьмовое оружие, я ничего не смогу сделать. Как продолжать-то с этого чекпоинта, блин, с такого? Да, блин, они падают вниз. Они не могут просто исчезнуть. Блин. Окей, спидран. Три. Точнее, четыре. Блин. Вот, можно сбрасывать. Если... Блин. Офигели! Вылетает сзади и спамить!
И что делать с вами? Что с вами делать? Сверху уж прижимают, сзади вылетают, назад стрелять нельзя. Я готов поспорить, тут нет ни одной пушки, которая бы стреляла назад. Привет, старый броневик. Ура, новые враги, которые спамят пулями на весь экран. Теперь еще мельче, чтобы вы точно никак не попали по ним. Булшит это. Короче, как вы... Известно, как такие игры проходятся. Берешь топовую пушку и не подыхаешь. Надо на бумажку что ли записать? Какой из уровней какой? Да блин, эта игра, эта консоль слабее, чем NES. Наслаждайся саундтреком, пока я не стреляю. Потому что врагов нет. Приплыл один. Турбопальца тут нет, если что. Что там, босс раш? О, третий мини-босс. Из него пуверап выпал. Черт. Босс раш, видали? Это вам не Градиус. Да блин, я не могу! А, блин. Окей, пушка вот это дерьмо, потому что она врезается абсолютно во все. Окей. Да, мы выяснили, что пушка говно. Все-таки. Ну, блин. На говно только на боссах. На уровнях-то она вон как тащит. Разве можно сказать, что она плохая? Та, которая стреляет на весь экран, видимо, еще хуже в этом плане. О! Йоу! Вот это мне нравится! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я даже запишу, какая она по счету. Давайте уже начинать составлять список оружия в этой игре. Если, конечно, тут не бесконечные коты, и мы не пройдем следующие 15 минут, из-за чего я очень сильно расстроюсь. Надо записать, сколько тут всего этих пушек. Так, всего их тут... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16 пушек. Окей. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, клёво, в моем маленьком блокноте как раз 16 клеточек. 16 клеточек по вертикали. Длина листочка. Так, это у нас
Это у нас... так, это у нас 12-е. 12-е. Лазер. Окей. Не знаю, не мой анус. Не пиш... не надо. Я не хочу знать, сколько в этой игре уровней. Я хочу, чтобы был сюрприз. Шары были круче на плане. Нет, шары были, по-моему, третьим по счету. По-моему, шары были в третьем слоте. Но шары тоже будут врезаться во все. Вот эта пушка точно не будет ни во что врезаться. Единственное, что иногда враги сквозь нее могут пролететь. Не, я ее оставлю. Ну его нафиг. Надо попробовать выжить хоть раз с хорошей пушкой. Во! Видали? Как мы эту падлу? Если бы я взял эту пятерку, я бы переключился на дефолтное... на дефолтную хрень. Ау! Начинается... Хорошо, я... Как? Ну как? Как так? Как так? Опять сейчас сдохнем ведь. Давно не было пополнялок... Ладно, возьмем эту. Так, 15-е... F фуфло. Дефолтную пушку я называю фуфло. Единственное, почему я называю F фуфло, потому что это фиолетовое фуфло. Есть красное фуфло, а это фиолетовое фуфло. Поэтому вроде как это все-таки другое оружие. Сейчас я сдохну, у меня будет красное фуфло. Что-то не тянет на оружие, на самое, на почти самое крутое оружие. На черно-белом телевизоре в это было, наверное, весело играть. А нет, первый тоже фиолетовый фуфло. Значит не первое красное фуфло, но где-то есть красное фуфло. Так, первое значит тоже F фуфло. Мне интересно, это одни и те же оружия, или у них как-то урон отличается? Или это реально одни и те же оружия? Просто странная система. Реально, тут нужно в какой-то 21, блин, играть с поверапами. Даже в градусе такого не было. Я не думаю, что в этой игре будет 16 оружий. Я на это и не намекал. Я просто не понимаю, зачем делать вообще такую систему замудренную. Чтобы игрок думал, что ему брать, а что нет. Так, 4 это у нас... фиолетовая... как ее назвать? Назовем ее скоба. Они похожи на скобы от степлера. Фиолетовая скоба. Так назову. Да какой двойник? Двойник долго писать. Скоба, короче. А во что? Там какой-то враг мерцал в невидимости. Ладно, хоть меня после смерти откидывает туда же, где я был. И я могу пропустить волну
противными монстрами. Стреляем под музыку. Спот. Босс лох. Привет, оборотень. Ух. Хоть хотя бы в этой игре после прохождения уровня меня не убивают. Так, два это красное фуфло. Два это красное фуфло. Быстрое красное фуфло. А, ну да, оно чуть-чуть быстрее. Не, ну красное фуфло лучше, чем фиолетовое. Это я выучил. Скорострельнее оно. Да хватит пуль жрать. Они невкусные. Булшит. Они не разбиваются. Может, разбивается только одна из них? Почему-то мне казалось, что одну из них я подбирал, а вторая разбивалась. Так, 4 это да, фиолетовая скоба. Уже записано. Так, пятая красная скоба. Так, 6 Ладно, пусть будет тройка. Да, я знаю, что 7 на весь экран, я помню. Так, 9-е, чё? Во, это тоже на весь экран. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так.
Назовем его экран. Потому что так коротко и отражает суть. Вот на уровнях что тащит. Ни одна сволочь не пройдет. Правда, в виде боссов с таким оружием не убьешь. Так, и десятый что будет? Фуфло, дайте угадаю. Десятый это у нас 5 фиолетовая скоба. Так. Сейчас будет не лазер. Сейчас будет что-то другое. Оу, е! 13-е оружие — это красное фуфло. Логики нету. 15-е оружие — это фиолетовое фуфло. Что нам предлагают... Параллельно с уклонением от врагов и пуль, параллельно заниматься арифметикой, прибавляя числа к прогресс-бару. Не, ну оно скорострельное, оно не такое фуфловое, но я его уже назвал фуфло, так что все на этом. Что-нибудь убивается вообще? Нет, ничего не убивается. Фаербол последний. Фаербол в последнем слоте, это я помню. Так, это какой по счету? Это 11-е. Это 11-е по счету. Значит, единственное по счету это у нас красная скоба. После фиолетовой идет, которая 10-я. Исследовательская деятельность. Блин, у меня же кофе стоит, стынет. Так, сейчас будет лазер. Который ни в кого не попадает. Блин, ну как-то странная у него скорострельность. Если его правильно расцепить, то он будет резать по прямой линии. Так, вот это фуфло будет. Фуфло мы обойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, на дефолт нам сброс не нужен. У нас и так на дефолт сбрасывают каждый раз, когда мы дохнем. Я как-то умудрился пораниться. Что я даю, а? Что я даю? Три. Раз, два, три. 15-е оружие — это фиолетовое фуфло. Так что его мы тоже не берем. Если... Тут ведь только нечетные цифры выпадают, правильно ведь? Да, надо взять 3 и 1. Но для этого нужно сидеть с красным флом потом. Ладно, попробуем взять 1. Лучше бы не брал. Я сейчас сильно об этом пожалею. Тут целые маршруты. По подбору, по верапам, блин.
поскольку четных номеров тут нет. Только 1, 3 и 5. Нет. Я же говорю, что в перерывах между воротами от пуль нужно еще арифметикой заниматься. Математический шмап у нас, ребят. Блин, опять боссы... А, нет, не босс. Окей, слава богу. Ну, сейчас меня убьют какие-нибудь уроды сзади вылетающие. Да-да, давайте застрём весь экран. Куча врагов жирных, которых я даже не смогу убить. Два босса! Они слишком много. Три босса! Вот был бы у меня лазер здесь. Блин! Их невозможно убить. Вот тут спамят боссами, блин! Я поменял оружие на говно! Прямо перед секцией я спамят боссами! Вообще зашибись! Оу, е! Спасибо! Лучше бы остался на лазере, блин! Тогда бы они все сдохли одновременно! Так как лазер бьет через все. Мне не надо было менять. Мне не нужен этот сраный фаербол. Он стреляет слишком редко. Лазер стреляет постоянной линией, прямой. Это лучше, чем фаербол, стреляющий раз в час. С этими пушками есть... Хотел сказать, есть сейф-спот. Фаербол маленький, он не покрывает весь экран. Не уничтожает он все живое, не смеши меня. Он не такой уж имбой. Опять. Вы издеваетесь. Четыре босса, ну что ж. Пять боссов. Шесть боссов. Знает, он один раз эту игру, он сам ее не проходил, он один раз у кого-то ее видел. Ну что, красный мощнее? Или нет? Твари.
кажется, мы перестали продвигаться вперед. Мне кажется, на этом уровне нас откидывают назад каждый раз, когда мы дохнем. Что вполне возможно, кстати. Обычное дело. Да блин! Пули так неестественно вылетают из движущихся врагов по прямой. Тут меня точно заспамят эти придурки. Да я же стрелял! Что за булшит? Что за срань? Был бы тут турбоогонь, турбопалец точнее, и то хорошо было бы. Потрясающие враги. Шарики-гарики. Обожаю, когда надо увернуться, когда пуля летит точно по центру, и вы не можете определиться, влево вы хотите повернуть или вправо, и в итоге вы ёрзаете на месте и ловите пулю, которая медленно летит у вас через весь экран. Обожаю такое. Ставьте плюс, если у вас тоже такое бывает. Привет, Денис Рухов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Семь это фиолетовое фуфло. Снова. Так. Надо однёрку подобрать, посмотреть, что на восьмом слоте. То, чтобы я доживу до этого, разумеется, нет. Какой глупый вопрос. Так, пятерка. Ну, блин. Лазер. Ну, толку, у меня ноль, нету хп, меня сейчас убьют все равно. Ладно, хоть постреляю из моего любимого оружия немножко. Больше объектов на экран.
постараемся жить с лазером. Сброс на начало! Бесплатный! И поверрап не нужен! Удобно! Да, конты не кончаются. Вот это... Меня это даже расстраивает несколько. Это означает, что я все-таки зря все эти исследования провожу. Можно просто танковать всю игру. Разумеется, если потеряешь, если сольешь конт, то уровень начинается сначала, а не с того места, где я остановился. Но все равно это легкотня. Залез в перерыв между пулями. Твой! Блин, фиолетовые враги, которых не видно! Почему тут не сделали черную рамочку противникам, чтобы они выделялись на фоне заднем? Зрители, вы молодцы! Это что такое? Что такое? Это что такое? Ядрить. Можно стрим заканчивать. Жесть! Это... Я даже не знаю, как на такое реагировать. Мне такого никогда не было. Вау. Офигеть. Крейзи Каппа. Я не знаю, кто ты, но... Ну, спасибо. Охренеть. Это сколько? Это 48 тысяч. Это сразу на два марафона. Блин. Всем классом собираю. Блин, вот это лучший подарок на 1 сентября. Ё-моё. Ну чё? Так, окей. Окей. Надо рационально рассуждать, логически. Спасибо за такой... огромнейший, я не знаю, немыслимый для меня лично донат. Дольше даже и сказать-то мне нечего. Так, короче. В эту субботу, вернее, на этой неделе марафон будет в воскресенье. Скажу так, он будет не в субботу, он будет в воскресенье.
так как в субботу я буду занят, он будет в воскресенье. И тогда на следующей неделе сразу же будет... на следующей неделе, не знаю, когда, в субботу или в воскресенье. Или в воскресенье. Короче, на следующей неделе после этой будет еще один марафон тогда, 12-часовой. Блин, я аж икать начал. Я аж разыкался, блин. Спасибо огромное, Капа. Капец, это... Я не знаю, у меня такого не было никогда. Это совершенно бешеный донат. Офигеть. Это еще и с покрытием комиссии. Видите, сердечко написано. Сердечко означает, что при донате он поставил галочку, чтобы покрыть комиссию, которую забирает сам сервис. То есть, чтобы мне дошло непосредственно ровно столько. Спасибо огромное. Офигеть. Я сейчас с ума, блин, сойду. Блин. Я не ожидал такого. Это 20 тысяч? Нет, нет. Не настолько большая у них комиссия. Ты чё? 4, ага, 40% что ли? И сколько? 20%? Нет. У них процентов, по-моему, 6 или 7. И дарить. Офигеть. Заслуженно. Да блин, вот сейчас уже кажется, что не так и заслуженно. Сижу тут, жалуюсь. Когда как я смею сидеть и жаловаться? Надо тащить. Все, погнали. Всем хана. Мы тащим сегодня. Гуляем. Клип-то есть? Ну, я не знаю. Да блин! Мы должны тащить! Вернемся от всего, я сказал! Я сказал тащить! Так, следующее, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 это тройка. Тройка, спаси меня в этот нелегкий час. Блин. Она меня спасла. Я так понимаю, коверапы, помимо того, что дают прокачку, они еще дают чуть-чуть брони на один удар. Так, это... Это что это, три? Так, три. Тройка даст мне... На весь экран. Окей, с таким может даже можно жить. И, кстати, поверапы имеет смысл подбирать, так как они восстанавливают барьер. Правда, немного, но все равно. Так, какую следующую цифру я могу подобрать? Фиолетовая скоба... 3. 5. 3 или 5 я могу подобрать. После этого. Вау, это что такое? Так, нет. Ресет начала я не хочу. Ура! Фу! Ну все, барьеры пошли. Вот у меня оружие, которое нормально сносит барьеры. И врагов за ними. Спасибо, HShock3Z, за подписку на 6 месяцев подряд. Спасибо большое. Так, сейчас мне надо тройку найти.
тройку, я сказал. Хочу имбовую пушку. Давно я с ней не ходил. Да пять. О нет, о нет. Булшит! Блин! Три вида врагов! И один из них летит сзади! Это невозможно! Это выворачиваться невозможно, блин. Ой, блин. Да капец, не говори! Еще бы такое не взбодрило. Только, блин, тут булшит! Тут этого невозможно уворачиваться всего. Посмотрите, сколько дерьма по экрану летает. В середине экрана слепая зона, в которой ничего не видно. Потому что, блин, все сливается с задним фоном. Ноут нецелесообразно. Ну не ноут. Разберемся на месте. Что нам надо? Неубиваемые враги. Клево. Короче, мораль всей басни такова. Не надо было ни на что менять лазер! Не надо было менять лазер! Не надо его менять никогда! Хотя в той секции он мне не помог. На самом деле в этой секции лучше было бы с фигней, которая по всему экрану бьет. Да ё-моё! Да блин! Чё за миллиметраж какой-то адовый пошел? Вообще, с катушек слетели, блин. Это невозможно уворачиваться от всего. Это просто засирало во всего экрана. Это как, блин, первый градиус аркадный, который Немезис называется, с максимальной прокачкой. Там такой ранг накручивается, что играть тупо невозможно становится. Вот тут же здесь то же самое. Только тут ранкинга нет, здесь это обычный уровень. Пипец. И что, что полоска ХП есть? Лечилок здесь нет. Раз в тысячу лет. Причем это лечилка, которая работает как и смена оружия. И если поменять оружие с хорошего на плохое, то это намного хуже, чем если бы ты просто получил урон. Так, у меня 5. Мне нужно подобрать 1 и потом 3. Или 3, потом 1. Зачем я все это говорю? Все равно сейчас полетит куча врагов по всему экрану. Да блин! Ура, с самого лучшего начинается. Смотрите на это и скажите мне, что это нормально проходится. Это
невозможно пройти. Вы это видите, блин? Видите то, что я вижу сейчас на экране? То, что здесь просто куча дерьма, и невозможно никуда лететь. Нигде нету места, в котором меня бы не гасили. Он, наверное, смотрит и думает, ха, ну и легкотня. Ладно, наверное, он так не говорит. Какого хрена вы за мной летите? Сдохни. Я даже временной неуязвимости их убить не успел. Они летят за мной. Ура, босс. А, нет, слава. Перфект. Нам перфект дали. Видали, мы идеально этот уровень прошли. Мы его прошли идеально. Базара нет. Видели, как мы идеально этот уровень прошли? Всего лишь 50 тысяч раз умерли. И слили 100 контов. Так, один. Один и пять надо подобрать. Или пять и один. Пять это будет фуфло. Пять это будет фуфло. Ну ладно. Если игра захочет нас убить, она нас убьет с любым оружием. О, да неужели? Вау, второй раз за стрим мы видим это оружие. Я не хотел его подбить! Ничто хорошее не вечно. Замечательно, прямо перед боссом. Супер. Да блин! Да блин! Я даже не видел, что это... Этот сраный фиолетовый хренотень осталось! Блин, тварь, падла, козёл! Да видел я, что был шанс, видел! Хотел подбирать к нему. Я не успел среагировать и отлететь от этого буверама подальше. Вот и все. Привет, Гарри. О, видали? За это 5000 дали. Я же говорил, что одна из них разрушается. Что мне не показалось. Смак. Окей, хотя бы на этом уровне дают затариться на халяву, буквально. Тут миллион врагов. Специально для того, чтобы нафармить оружие, какое надо. За это респект. Thank you.
Так, сейчас тройка. Можно подобрать две пятерки. Тогда сразу попадем на лучшее оружие. Давайте попробуем две пятерки подобрать. Хотя на весь экран тоже хорошо. Короче, будем подбирать все, что не мешает. Вот, теперь мы можем еще больше врагов уничтожать. Так, однерка это у нас будет фиолетовая скоба. Нет, мы ее подбирать не будем. Однерка нам не поможет. Так, а тройка? А тройка нам даст путь на лазер. А из лазера, к сожалению, на фаербол мы не попадем. Ну и ладно, это лучше. Ну не лучше, но ладно. Тоже зашибись. Посмотрите. Просто посмотрите. Просто посмотрите на это, блин. No damage за 5 секунд. Какие проблемы, блин? О, сзади вылетает. Зашибись. Отмотайте назад. Я даже близко к этому пауэрапу не подлетел. Я его не касался. Хитбокс спрайт корабля не касался со спрайтом пауэрапа. Не касался! Какого хрена, блин? Что за фигня? Отмотайте назад, блин. Сделайте стоп-кадр. Я не касался там пауэрапа, ничего не знаю. Шипеть, новые враги пошли. Чё это, силкворм, что ли, блин? Ты можешь их на вылете уничтожать? Нет, не могут. Эти уроды пошли теперь, как обычные враги. Было бы клёво, если бы ты попадал по ним. Было бы клёво. Было бы неплохо, если бы ты попадал. Но, к сожалению, ты не попадаешь, и это не клёво. О, еще лучше враги пошли. Надо стрелять в ту точку, из которой они вылетают. Вот в чем тактика против них. Разумеется, это невыполнимо, когда еще куча врагов спавнится сзади. Короче, блин. Спасибо за бесконечные конты. Иначе эту херню бы невозможно было пройти никак. С такими секциями окупительными. Как вот это вот, например. Да блин, тут были бы нормальные пауэрапы, которые восстанавливают лайфбар. Было бы зашибись. А так тут лайфбар восстанавливается только за счет слива хорошего оружия. Ой, у тебя имбовое оружие, но мало здоровья. Возьми пауэрап, возьми, поменяй...
поменяй здоровье на... Поменяй клевое оружие на здоровье. И сдохни потом все равно. Потому что с говеным оружием играть невозможно. Вообще. Так, ладно. Чем могу взять? 1 и 5. 5 и 1. Лучше 1 и 5, но разумеется выпадет 5 сначала. Потому что на 5 выпадет говёное оружие. Нет, выпало вообще 3. А я могу 2 тройки подобрать. Красное фуфло. Ну красное фуфло лучше, чем фиолетовое, которое было бы за 5. Да. Хватит с рогами, которые вылетают сзади, пожалуйста. Эти просто вылетают и загаживают весь экран. Я бы не назвал их хорошими врагами. Вот еще одни. Вот этих даже убить нельзя, так как они находятся слишком далеко внизу. Их убить можно только оружиями, которые бьют очень-очень широко. Только ими можно достать. Остальные просто не могут достать, нужно тупо уворачиваться. Разумеется, как только я получил нормальное оружие, сразу в говно! Сразу враги вылетают из задницы! Зашибись! Самые честные враги в игре, блин! Ой, блин, честная игра, с ума сойти, прям... Я не знаю даже, как это описать. Без контов бесконечных она была неиграбельной. Но, блин, даже... Подыхая каждые 10 секунд, я не вижу особого смысла в это играть. Зачем в это играть? Это корявое старье, которое заслуженно забыто и похоронено, закопано в земле. Шары. Давно не виделись. Будем с шарами ходить. Они хоть наводятся немного. Надо было подобрать. Привет, кабанище. Конечно, ходил. Стоп, почему я не попадаю по ним? Раз я не движусь вверх. Раз я не движусь вниз, значит и пули мои вниз не направляются. Замечательно. Окей, шары не такие крутые, как я думал. Привет, Зеппер.
Нефиг разделяться, блин. Размножаться. Холодный кофе, ледяной. У нас сейчас капец какая погода, холодная, с ума сойти. Ночью пальцы коченеют. Так, пятерку надо. Давай, щедрый уровень. Да пятерку мне надо. Где? Не веришь, что там кофе? Почему? А что там еще может быть? Тихо, блин! Если бы что-то опять однёрку взял, я бы не знаю, что я сделал. Сколько тысяч очков мы получили? Оружием хорошо играть. Но лазер круче. Ничего не знаю. Лазер все равно круче. Эта пушка редко стреляет. Ура! Это все-таки случилось. Я все-таки не заметил поверапа. И дайте угадаю. Как раз сейчас уровень закончится и будет босс. Почти угадал. А, это не босс еще. Замечательно. Ладно, это оружие хорошее. Для таких, для уровней с кучей дерьма. А, это еще лучше? Надо держаться ближе к низу экрана. На всякий случай, если по низу опять эти дурацкие враги пойдут. Что забавно, все эти шесть пуль работают как одна. Так, ладно, не важно. Все не важно, у меня есть лазер. Мне пофигу на все, у меня есть лазер. И вам всем хана должна быть. В теории. Ой, босс один. Ой, босс второй. Давай, третий. Третий, четвертый, пятый. Давайте. О, пули вылетают. Неужто сейчас будет финальный босс? Привет, Агитс. Давно, кстати, тебя не видел. Да, конечно же, я жру водку прямо на стриме. Это ведь обычная практика. Тормозим игру. Используем максимум объектов на экране. Ух, это было очень опасно. Блин, блин. Шит. Смотрите, сколько пуль, а. Смотрите, сколько пуль. А мы увернулись. Почти от всех. Так, нет, я не меняю лазер. Пошли нафиг все. Все эти поверапы. Предлагает мне поменять хорошее оружие на фуфло. Вот вам так, падлы.
сосредоточиться. Так, окей. Пережили. Неубиваемые уроды, убивайтесь! Да фиг ли вы не убиваетесь? Капец! Лазер не фуфло. Просто враги очень жирные. Они вообще никаким оружием толком не убиваются нормально. Ты видел, как лазер босса порвал за секунды? И разумеется, я перед самым боссом его и слил. Черт. Попадай! Пошел вон! Да пошли вон! Да убей ты ее! Хороший уровень. О, появились. Ура! Самые отстойные враги в игре. Да каких 32? Больше брать надо. 64, наверное. Я ставлю на 64 уровня. Нам сказали 8 крепостей уничтожить. Сколько мы уже уничтожили вот этих боссов? Боссов стенок. Сколько их было? Штук 6? Ау. Некуда было лететь. Клёвый уровень. Весь уровень, блин, надо уворачиваться от бесконечного количества пуль снизу экрана. Ну это просто прекрасно. Мой персональный ад. Ура, они закончились. Сказал я, и они снова продолжились. Yeah. Сука, тактика есть, стратегия. А здесь что? Засирание экрана тут есть. У Бакасуки есть напряжение, так как любая ошибка может привести к концу всего живого. А здесь что, бесконечные конты? М-
Никакого накала здесь нет. Пукан только накаляется, блин. У меня. Нафиг, не буду ни в кого стрелять. Только начинаю стрелять по врагам, сразу начинаю пропускать пули. Не могу я сразу два дела делать. Но здесь это уже приходится, потому что враги засирают больше, еще больше весь экран. Да блин. Двойное засирание экрана. Отлично! Ну, я даже не знаю, давайте просто таймер сделаем, который каждые 5 секунд будет меня убивать автоматически. Вот летишь, 5 секунд прошло, сдох. Летишь, 5 секунд прошло, сдох. А чё? Гениальный левел дизайн, просто гениальный. Бесконечный вон Родос. Я уже использовал штук 100, наверное, этих контов. Ну не 100, но штук 20 точно. О, еще более любимые враги. Прям отличный уровень. Я очень надеюсь, что он последний, потому что терпение у меня заканчивается с таким левел-дизайном потрясающим. Пипец. Нет! Давайте еще! Сейчас кто? Фиолетовые поналетят? Которых я не буду успевать убить. Дайте угадаю, фиолетовые сейчас полетят. И эти тоже. Я думаю, блин, одних фиолетовых было бы достаточно. Но что ж, вам виднее, раз господа разработчики. Я от одних фиолетовых бы и увернуться никак не смог, так как это невозможно. Ну чё, поздравляю, мы прошли игру. Мы прошли игру, потому что дальше мы точно не пройдем. Дальше этот уровень пройти невозможно. Просто он непроходимый, в принципе, никак. Это невозможно пройти, это тупо невозможно пройти, вообще никак. Как это пройти? Никак. Никак, тут просто, блядь, на протяжении 100 000 лет в тебя бесконечно летит огромный нескончаемый поток пуль. Причем ты даже не можешь ничего сделать с этим. Нельзя этих врагов никак убить без нормального оружия. Оружие нафармить негде, потому что врагов мало. И пока ты по ним стреляешь, ты сдыхаешь еще быстрее. Ну, скиллухи надо, блин. Ага. Ну и говно. Ну и говно. Плохая игра. Плохая игра, ребята. Мой любимый звук. Донат не поможет мне пройти игру. Я полон сил, я просто вижу, что мои силы тут бессильны. Как бы глупо это ни звучало. Мой любимый звук в этой игре. Ребят, это невозможно. Вы посмотрите на это. И вот это продолжается целый час, блин. Это невозможно пройти. Может это как в аркадном Силкворме? Знаете, как в аркадном Силкворме игра заканчивается? Знаете как? Кто знает, как в аркадном Силкворме заканчивается игра? Не во всех версиях, но в одной из версий. Знаете, как она заканчивается? Ты после финального уровня попадаешь на уровень пустыни, где... Ну, враги спавнятся...
танки, вертолеты, вся фигня. Только вот прикол в том, что этот уровень бесконечный. Он тупо не заканчивается никогда. Ну, пока игрок не сдохнет. Он тупо бесконечный. Он заканчивается только когда игрок сдохнет, потому что конты к тому моменту игрока добирают. Я когда-то давно показывал свою тастерскую проху на Силкуор аркадный. И там в конце, на последнем уровне, я даже смог найти сейф-спот, в котором стоишь, и тебя никто никогда не заденет и не убьет. И просто я зажал перемотку, и можно хоть на 100 лет вперед мотать. Тебя никто никогда не убьет. И уровень никогда не кончится. Ни босса не будет, ничего не будет. Блин, ребят, я не знаю, как это проходить. Это невозможно пройти. Тут читы есть какие-нибудь в этой, на этой консоли? Какие-нибудь читы тут есть? Потому что это невозможно пройти, ребята. Это просто невозможно пройти. Это, я не знаю, это... Это бред! Это бред! Это полный бред. Будем искать читы. Один чит есть. Надеюсь, это чит на неуязвимость. Нет, это саунд-тест. Оу, oh, е. Yeah. Там можно сложность поменять. Это подразумевает, что надо игру заново начинать. А я не хочу. Я не хочу заново начинать. В 24 уровне застрял. 24 уровень говно. Но он наверняка еще последний к тому же. Хотя нет, наверное, он не последний. Но, блин, там тупо огромная куча мест, которые, ну никак нельзя пройти. Никак нельзя пройти. Если только не найти, я не знаю, какой-нибудь сейф-спот, абуз или еще что-нибудь не менее читерное и нечестное. Блин. Что вот делать с этим уровнем? Уф, я не знаю. Он непроходимый. Игра говна. Да, ты прав. Я согласен с тем, что игра говна. Applejack понимает, что скилл здесь не поможет. Вот вот где фиолетовые чуваки вылетают, фиолетовые, они настолько жирные, что их невозможно убить. Пока, ну, вовремя их невозможно убить. Они при этом летят на тебя тараном. И спавнятся они на экране настолько долго, что... Даже если не было бы внизу стреляющих врагов, ты бы не смог никак от них увернуться. Ты бы не смог никак не сдохнуть на них. А поскольку еще снизу в тебя постоянно стреляют, постоянно! Как вот объяснить? Вот от пуль, которые снизу летят, от них можно уворачиваться. Можно уворачиваться от пуль, которые снизу летят. Но это требует... Все 100% концентрации. Все 100% концентрации это требует. Потому что там везде нужно искать вот такие вот малюсенькие микроскопические проемы между пулями, чтобы просквозить и не получить урон. Все время нужно искать. Когда к этому добавляют еще других врагов, которые еще летят по другим траекториям, засирают экран с другой стороны, это становится тупо невозможно. Это тупо невозможно. Это как пытаться пройти... всех боссов одновременно в Мегамене без получения урона, блин. Это я вам сейчас покажу, на что я... Я вам сейчас дам ссылку на видос, чтобы вы поняли, на что это похоже. Вот на что похож вот этот уровень.
плане честности. Вот на что он похож. Вот, вот все равно, что вот, вот это вот то, вот то же самое, что вот здесь, только не минуту длится, а минут 15, блин, наверное. Вот это вот, вот такое вот попробуйте без получения урона пройти, блин. Никакой тут скилл не решает. Здесь тупо некуда уворачиваться. Уворачиваться тупо некуда. Это не проходится вообще никак. Единственный вариант это пройти, это притащить оружие хорошее с предыдущих уровней. Но поскольку здесь нету никакого способа откатиться на уровень назад, нужно начинать всю игру заново. Все 24 уровня нужно начинать заново. Сколько мы стримим? Час 45? Ну зашибись, что? Еще час 45, чтобы получить одну сраную попытку, которая с вероятностью 90% все равно закончится провалом. Я не знаю, как это проходить. Да, это называются перекрывающиеся паттерны. Именно так это и называется, Элаш. Они перекрываются и уворачиваются некуда. Если бы можно было уничтожать эти пушки снизу, проблем бы не было. Но их нельзя уничтожать. Вот смотрите, когда просто они сами по себе летят. Видите, какие узкие проходы? Нужно полностью сосредотачиваться на том, чтобы увернуться от них. Ну, только с турбопауза разве что. Готов поспорить, какие-нибудь бравые эксперты с одного известного ресурса проходили ее с турбопаузой. Но мне проще дропнуть, чем проходить игру с турбопаузой, блин. Нет, не хочу я с турбопаузой проходить. Лучше дропнуть сразу. Вижу такое, у меня даже желание пробовать сразу пропадает. Потому что, ну, это бессмысленно. Что здесь пробовать? Что здесь тащить? Applejack. Я 500 тысяч раз сказал, что нет, нельзя нижних сбивать. И 10 секунд назад я показывал, что их нельзя убивать. Нет, их нельзя сбивать. Нет, если бы можно было, это было бы тогда проходимо. Но нет, они не убиваются. Блин, ну это какое-то неадекватно. Это просто, я не знаю, ну... Я просто смотрю на это и не вижу абсолютно никакого шанса это пройти. Это ноль. Ноль шансов. Никакие возможности. У меня нет желания даже продолжать пытаться. Я вижу, что я это не пройду. Ни сейчас, ни когда-либо потом. Это тупо непроходимо. Никак. Это просто неадекватно. Тот, кто сдизайнил, надеюсь, он будет гореть в аду, если еще не горит. Да, дроп будет адекватным решением. В жопу турбопаузу. И в жопу эту игру. Выбор сложности в какую сторону. Да, наверное, это нормал. А в опциях еще стоит hard, very hard и impossible. Шутки, Лен. Какие шутки? Ты видишь, чтобы это было проходимым? Кто-нибудь из вас видит, чтобы это было проходимым без турбопаузы? Я не вижу. Thank you.
совершенно неадекватное фуфло. Вот что это. У меня даже нет надежды на то, что я смогу какое-то хорошее оружие найти, блин. Если мне не выпадет только пятерка с кого-нибудь. С какого-нибудь врага. В чем я сильно сомневаюсь. Я не могу летать по экрану спокойно и отстреливать врагов, когда весь экран засран пулями, летящими снизу. Я не могу нормально летать и стрелять по врагам. Уже горло себе посадил с этой замечательной игрой. Гаджет. Дело не в настрое. Дело в том, что эта игра непроходимая. Что этот уровень непроходимый. Без турбопаузы. Без турбопаузы или какого-нибудь лютого... Я не знаю. Просто везения. Этот уровень непроходимый. Его невозможно пройти. Дело не в настрое. Дело в том, что это тупо непроходимый уровень. И все. Ничего тут не проходимо с прокачкой Бонрозес. Вылетят враги сзади, ты сдох. Вылетят фиолетовые враги, ты сдох. И все, горела в аду твоя прокачка. Вот так это только проходится. Вот так это проходится. Единственный способ, которым этот уровень реально пройти. И готов поспорить, что кто-то именно так этот уровень и проходил. Ладно, пару раз еще попробуем. Если мне адово повезет и с кого-то из врагов выпадет пятерка, и мне дадут оружие тройку, я смогу выносить врагов, которые находятся внизу. Нет, турбопаузу я делать не буду. Турбопаузу я не считаю вообще хоть сколько-нибудь адекватным способом играть в игру. Если вам нужно, приходится в игре использовать турбопаузу, лучше просто закройте ее и вообще не играйте никогда. Я считаю просто, что нет смысла играть в игру с турбопаузой. Просто нет. Ты не играешь в игру, ты уже какой-то херней занимаешься. Если дело до турбопаузы доходит. Турбопаузы, где она там турбопауза на самой консоли? Зашибись. Вот как? Вот что вот здесь делать? Поверабов нет! Чё, их отключили, что ли, я не понимаю? И они с каждым уровнем заново отсчитываются. Спасибо, Монродос. Очень страшная тайна. Как
я теперь спать буду. Только начинаю убивать врагов, я получаю урон. Но если я не буду убивать врагов, я не получу поверап. Если я не получу поверап, я не смогу убивать врагов снизу. Если я не смогу убивать врагов снизу, то я не пройду этот уровень. Говно. Наверное, не смешно. Да, сри на весь экран. И экран ведь по-любому не засран, нифига. Надо больше пуль. Чё так мало? Ну, повераб, какой-нибудь! Короче, каждый раз, когда подыхаешь, видимо, счетчик врагов перед поверапом ресетится. В итоге, можно не надеяться когда-либо набрать что какой-нибудь добиться какого-нибудь прогресса. Ура, мы дошли снова до фиолетовых с последним хитпоинтом. Сколько мы продержимся? 3 секунды или 5? 1, 2, 3, 4, 5. Клёвый уровень, да. Это причем я сейчас изо всех сил уворачивался. Я не просто так от балды играл. Я, блин, уворачивался изо всех сил. Неиграбельно. Зачем такое делать? Зачем так делать? Мне насрать какой-то год. Хоть 1886. В любом году это дерьмо. В любом году это дерьмо. В каком году это не вышло, это всегда... Никогда хорошим это не было и не будет. Блин. Единственная причина, по которой я отчаянно пытаюсь продолжать, это заключается в том, что я верю. Я верю, продолжаю верить в то, что когда-нибудь я смогу выбить поверап. И тогда внезапно у меня жизнь прям на 180 градусов изменится. И внезапно мы затащим все невзгоды, переборем. Масса. Я бы не сказал. Я бы массой идеи я бы это не назвал. Я бы это назвал массой коричневой субстанции. Получается играть? Нет. Ugh.
Да, про. Я буду еще полчаса надеяться увидеть поверап. Ну или 5 минут, когда у меня нервы закончатся. Когда мне закончится терпение. Я просто понимаю, что я, на ваш взгляд, слишком легко сдаюсь. Что вот раньше Брикман бы сидел несколько часов, пытался бы это пройти, и в итоге затащил бы. Поэтому я пытаюсь быть похожим на прежнего меня. Да блин! Хватит ловить все пули подряд! Ну что ж, минус повера. Это какое-то адское выживание, блин. Это даже не уровень. Это просто какое-то адское выживание. Типа, сколько ты сможешь продержаться? Да, окей, сейчас убьем. Нижние пушки убьем. Я скоро триггерить начнется с этого предложения. Действительно. Чё это я нижние пушки не убиваю? Тогда бы все легко прошлось. Это конец уровня. Вау. Что ж, мы увидели конец уровня. Может быть, мы даже это пройдем. Знаете, что надо забить на уклонение. То есть, если забить на убийство врагов, все равно убийство врагов всегда заканчивается получением урона и смертью с моей стороны. Нужно сосредоточиться исключительно на уклонении. Я стреляю для того, чтобы замедлять игру по возможности. Да блин! Перестань. Ищи. Правильно.
Да блин! Перекрывающиеся пули. Встань. Я даже не вижу, обо что я получаю урон. Я просто не вижу, где урон, откуда он идет, блин. У меня не 10, не 8 глаз, как у паука, блин. Или сколько у него там? Это мой хайскор. Свой хайскор я бить не буду. Как бы я ни пытался уворачиваться, я стабильно подыхаю на одних и тех же местах. Спасибо, GetViewers. Обязательно куплю зрителей на вашем сайте. Так, стреляем, стреляем, стреляем. Тормоза, тормоза надо вызывать. Ура, у меня на один хитпоинт больше теперь. Оказывается, их фаербольчики наносят в 100 раз больше урона, чем обычная пуля. Зашибись. Так, короче, тактика. Моя тактика на концовку игры.
это сохранить как можно больше здоровья. После этого получить урон от маленькой вражеской пульки. Несколько раз получать урон от маленьких вражеских пулек. И во время неуязвимости временной уничтожать всех врагов своим кораблем. По-другому это невозможно пройти. Привет, Илья. Извини, если ты уже тут сидишь, а я с тобой еще не здоровался. Нельзя получать урон. Первый раз, когда я могу получать урон, это после зеленых клякс. Если до этого я получаю урон, значит надо делать ресет. Вот так. Единственный враг снес мне 60% лайфбара. Ну чё, как у вас там? Как оно? У меня говно. Вот как не мой анус. Занимательно. Нуловато, дропаю же. Да я бы с радостью. Да вот на рулетку все равно времени уже мало остается. Так что на лучше. Лучше тащить. Да и к тому же. Зачем нам дропать, если можно пройти? Ну не лови ты врагов-то, блин! Сколько уровней в этой игре? 32?
сколько уровней, бро? 32? 32 уже тут предполагали. 30? И что, каждый следующий уровень вот такой будет теперь? Даже перемотку не используешь, потому что чуть-чуть нажмешь, уже тебя начинают убивать. От таких игр хочется перестать играть. Удивительно, что индустрия не сгнила в земле, в говне после такой замечательной игры. Как игра? Ну ты посмотри сам, Вервульф. Я думаю, достаточно на нее посмотреть, и ты поймешь. Посмотри вот на геймплей. И можешь сам понять, какая это игра. Хорошая или не очень. Чего это тебе бан должен быть, Вервульф? За что я тебя должен забанить? Когда это из меня успели сделать какого-то неадекватного человека-банхаммера, блин? Сейчас уроды полетят. Надо запомнить. Да блин. Ладно, тоже похоже на какой-то прогресс. Да-да-да, посоветуй мне врагов снизу убить, тогда будет бан, точно. Правильно говоришь, Илха. Да ладно, бана не будет. На удивление, меня не так уж и триггерит постоянная просьба о том, что предложение убить врагов снизу. Меня они не так уж же триггерит. Я сам удивляюсь, почему это они меня не триггерят. Погнали, погнали. Тормозим игру, тормозим, тормозим. Да блин, уворачиваться некуда. Ура, у меня есть еще жизнь. Так, ну что, погнали. Сейчас или никогда, блин. Не сдыхай сразу! Блин. Слишком мало врагов задиспавнили. Сейчас еще целая куча налетит. Сдохни, падла! Ничего нормального тут нет, от Хелл. Это полная параша, говнище, ублюдочная, со дна толчка, которая
с дна очка сатаны, понимаешь? Это вот со дна унитаза, который в аду, самого засранного, понимаешь? Демонического. Привет, МакГевин, Дикей. О, большие кубы. Да. Ой, да легко. Вот если бы я еще врагов снизу убивал, тогда бы вообще легко было. Они что, вообще не убиваются? Ура, повер-рап! Господи, в этой игре, оказывается, повер-рапы есть. Я уже забыл про это. Про то, что в этой игре бывают повер-рапы. Эти блоки не уничтожаются вообще никак. Но мне за них очки дают, что самое странное. Да мне уворачиваться надо было, спрашивается. Сейчас меня убьют эти две мины. Ну, или нет. Уворачиваться некуда, опять же. Ладно, пофигу. Мы прошли дальше. Найди кораблик и его пули. Да, лазером тут можно, наверное, вообще порвать счетчик. Что еще раз говорит о том, что игра нифига не сбалансирована. И вообще, что она дно. Охренели, блин, один враг пол лайфбара снимает. Потрясающий левел дизайн.
Вау, какое хорошее оружие. Троечку мне бы для счастья. А, пофиг, будем брать все подряд, у нас мало хп. Теперь у нас еще меньше хп. Враг меня убил, находясь в 3 метрах от меня. Ну, конечно, трешка шустрее. Я подобрал повираб, чтобы вылечиться и продвинуться по шкале вооружения. И как видишь, это хреновая система. Это дерьмовая система. Система говна это. Потому что она не работает, блин. Нельзя одним и тем же повирапом и лечиться, и менять оружие. Какой мудак это придумал? Мудак решил, мы сделаем гениальную инновационную систему, которая никогда не было нигде, во всех 3 шмапах, которые успели выйти за это время. Да, фон это лучшая часть уровня. Яркий, запоминающийся. Начинай попадать по врагам. Козёл! Начинай попадать по врагам. Козёл! Начинай стрелять по врагам и попадать во врагов. Когда стреляешь по ним, пулями попадать. Они кораблем в их пули. Маленького пенгера. Есть такие ситуации в жизни, бывают, когда, нельзя, не получается оставаться спокойным, никак. Понимаешь, бывает такое, что вот, нельзя быть спокойным. А те, кто тебе говорят, да чё ты, успокойся, бесит еще сильнее. Она меня не задела! Она меня не задела! Я ничего не знаю! Меня не задела эта херотень! Она меня не задела! В этой игре корявые хитбоксы!
Клёво. У меня пушка, которой я их не убью. Ну, мне не надо их убивать. Мне очень-то и хотелось. Я хочу мимо пройти. Можно я мимо вас пролечу, ребята? Делайте, что хотите. Хуверап не задиспавнился. Просто исчез. Бесследно. Е, у меня лазер на целых 30 секунд. Хотя, видимо, я погорячился. Какие 30? Все 10? Ну чё, потрясающая игра. Клёво. Отлично. Лети куда хочешь, блин! Куда хочешь лети! Дайте угадаю. На этом уровне, на протяжении всего уровня будут враги сзади лететь. Если да, это еще хуже, чем то, что было до этого. Намного хуже. А, ну, а вот наши старые знакомые вернулись. Игра меня сведет с ума. Своим примитивизмом убогим. Она меня просто сведет с ума. Это худшие враги в игре. Они даже хуже, чем те неубиваемые уроды снизу. Понимаете, что это просто... Это... Нет, они не понимают. Разработчики явно этого не понимали, что они делают неиграбельный кобздец полный. Что здесь тащить? Это еще хуже, чем то, что было до этого. Это вообще какой-то... Мой персональный ад. Вот что это. Это мой персональный ад. Thank you.
Привет, Гомерактус. Да фиг ли вы вверх летите, твари! Хватит врезаться в противника. Ладно, это лучше. Это лучше! Нет, не было бы здесь логично лететь правее. Было бы логичнее в эту игру вообще не играть никогда. Вот это было бы логично. О, минус, то все. Так это хуже. Это хуже, чем тот уровень, который был до этого. Нет, нету оружия, которое стрелять надо. Конечно, нет. Нельзя же тырить все из градиусов. Первый градус же вроде тоже в 86-м вышел, нет? Аркадный. Как еще сюда вернуться, этого фиг знает. Это знак. Что надо сделать ресет. Да, это электропоезд. Ты угадал. Электропоезд в ад. И мы на нем едем. Да куда, блядь, тварь, тварь! Первый аркадный градус в 85-м вышел, ну вот. Там тоже не было оружия, стреляющего назад именно, по-моему. Никого не убил. Зато как урон получить, так пожалуйста. Как попасть в кого-нибудь, так пошел нахер. Да, эта стенка прекрасно стучится о жирных врагов. И абсолютно... И становится абсолютно бесполезной.
Сожри пулю, а? Сожри пулю лучше! Здесь вы даже не прокачаетесь никогда! Вам не дают... Вы не успеваете за жизнь убить достаточно врагов, чтобы выбить повер-рап. Хоть какой-нибудь, хоть один. Это только середина уровня, наверное. Это середина уровня? Мне кажется, что это середина уровня. Мне кажется, это даже не конец. Это даже процентов 40, наверное. Надо почитать про скоринг в этой игре. Может, тут стабильно за каждый какие-нибудь 50 тысяч очков жизнь дают. Всегда. Может, тогда имеет смысл начать заново и взять нормальное оружие и... Нет, не имеет смысла. Вайпер, я просто хотел... Вайпер, я сказал, ой, хочу попробовать пройти его за 10 контов как-нибудь на выходных. И в итоге просто забил на него. Так у меня руки до него не дошли. Я не объявлял его дропнутым. Я просто сказал, что поиграю в него потом. И в итоге так и не поиграл за все это время. Yeah.
жестокий мир. Жестокие игры. Первых врагов можно так убить, успеть. Можно повер-ап нафармить даже. Хватит таранить врагов. Хватит таранить врагов. Хватит таранить врагов. Хватит их таранить, блин! Невозможно повера здесь выбить нигде. Хотя бы я прожил долго. Жалко, что врагов так аккуратно не поснимаешь. Потому что постоянно вылетает говно спереди теперь. Еще я не попадаю в те редкие возможности, когда у меня есть шанс выстрелить. Я не попадаю. Потому что скорострельность слишком низкая. Все хорошо, короче. Все супер. Отлично. С ума можно сойти. Жизнь хороша. Ай, блин. Короче-то... Это еще более непроходимо, чем то, что было до этого. Это еще более хреново. Еще более убого. Еще более отстойно, чмошно и кально. Блин. Это хелл. Для кого-то челлендж выиграть в казино на рулетке, поставя каждый раз все на ноль. Для кого-то это тоже челлендж. Ставить на ноль до тех пор, пока не выпадет ноль. С ума сойти. Хардкор. Короче. Я сделаю сейф-стейт. Он не может делать сейф-стейт на эту замечательную приставку. Замечательно. А такой сейф-стейт. Хардовый.
Ты не указал путь. А, точняк. Сейчас укажу путь. Все, сделаю Steve State. Я не знаю, буду ее продолжать завтра или нет. Не знаю. Но это плохая игра. Короче говоря, это очень плохая игра. Это ужасная игра. Полный отстой. Засохший кусок навоза из далекого прошлого. Вот что это, что из себя эта игра представляет. Засохший кусок навоза. Ладно, окей. Да, мне не привыкать, Шакси. Знаешь, мне даже не стыдно совсем. Короче, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся завтра. Завтра начну проходить этот Harvest Moon. Ну, продолжу, вернее. Правда, там толком нифига не прошел, но посмотрим, что там дальше будет. Короче, завтра где-то в районе 11 часов будет стрим. Не знаю, насколько долго, потому что... Ну, посмотрим, короче. Я еще не определился. Я... Будет по настроению. По настроению будет. Да, надо проходить отложенный реквест. Эту игру откладываем. Не знаю. Нет, я не хочу откладывать, когда осталось 3 уровня пройти. Буду завтра долбиться головой об стену в этой замечательной игре. Что я еще могу сказать? Со свежими силами. Ладно. Всем пока. И спасибо огромное еще раз Каппе за совершенно бешеный... совершенно бешенейший донат. Прям с ума сойти. Я прям в шоке. Я не знаю даже, что сказать. Да, кто еще не слышал, марафон будет на этой неделе, в воскресенье. На следующий, посмотрим, на следующих выходных будет тоже другой марафон, 12-часовой. 24-часовой, я думаю, делать не стоит, потому что... Ну, не оправдывает этот формат себя. Это только цифра. Это просто красивая цифра. Все. Смысла как такового в 24-часовом марафоне нет. Его никто от начала до конца не смотрит. Это смысла в нем нет. Так что лучше 2 по 12, чем 1 24-часовой. Ладно. Увидимся завтра. Никакая не неделя, Лаш. Я проходил этот КС, я знаю, о чем он говорит, и я очень даже за то, чтобы его пройти еще раз. Так что никаких проблем.